модернизация ЖКХ – это сфера сейчас очень проблемная, и без молодежи, которая является двигателем изменений, в общем, я думаю, что невозможно сдвинуть эту глыбу с места. ЧПС является лидером у нас в Вологодской области в сфере ЖКХ. Здесь очень много общественных движений, и здесь очень есть лидеры в сфере управления жилищным фондом, коммунальным хозяйством. Вологодское отделение молодежной практики «Дома» зарекомендовало себя с лучшей стороны, получило высокую оценку в деятельности, и нам было доверено проводить форум «Кадры для модернизации ЖКХ». На сегодняшний день здесь собрались лучшие эксперты региона и северо-запада, самые активные участники от молодежи, преподавательский состав вузов. Сегодня будут обсуждены вопросы, касающиеся общественного контроля, взаимодействия его с органами власти, СМИ и общественный контроль, и также влияние общественного контроля на законодательство в сфере ЖКХ. Надеемся, что сегодняшние решения, которые будут предложены участникам, ну, сослужат добрую службу в деле реформирования ЖКХ Российской Федерации.